Актуальный микрофон. Аналітична програма. Росте кількість судових сперечок, удельниками яких виступають громадяни і суб'єкти господарення різних країн. Яким чином вирішається питання о признанні і виконанні заміжних судових рішень? Про це ми говоримо сьогодні з суддею Верховного суду Наталією Андрієвою. Як багато таких діл і взагалі спорів судебних, там, где действительно участники представляют разные государства. Ну, что касается споров с участием иностранного элемента, то у нас в среднем где-то рассматривается общими судами около 200 дел. Ранее было немножко больше, но это обусловлено тем, что между Республикой Беларусь и Российской Федерацией было заключено соглашение, которое касается взыскания алиментов, где немножко упрощена процедура такого взыскания и дополнительно не требуется проходить вот все эти судебные инстанции. Но такой упрощенный порядок фактически только с Российской Федерацией действует? Пока да. Пока такое вот по взысканию алиментов именно действует только с Российской Федерацией. Но вообще, чтобы было представление, какая это группа дел, кроме алиментов, какие еще могут быть споры? Ну, что касается данных правоотношений, они урегулированы в основном в международных договорах и, кроме того, процессуальных кодексах, Гражданско-процессуальном кодексе Республики Беларусь и Хозяйственном процессуальном кодексе Республики Беларусь. Каждый, как правило, международный договор содержит свой вид тех решений, либо каких-то иных постановлений, которые могут признаваться по данным актам. Ну, чаще всего это включаются гражданские правоотношения, трудовые, в том числе допустимо признание и разрешение на территории Республики Беларусь, уголовные дела в части возмещения вреда, если были взысканы какие-либо суммы. Вот что касается наших судебных решений, любое ли решение, принятое белорусским судом, может признаваться на территории других стран. Но и наоборот, соответственно, решение иностранного суда, какую оно имеет силу в Беларуси? Для иностранного суда, как и для нашего белорусского суда, вынесенное судебное решение изначально не имеет никакой юридической силы. Поскольку любое государство суверенно, оно принимает решение в рамках его юрисдикции, которая обязательна к исполнению только на территории государства, принявшего решение. До тех пор, пока не будет оно признано судом, либо белорусским иностранное решение, как любым другим иностранным судом наше белорусское решение, оно исполнению не подлежит. Есть только отдельная категория дел, которая не требует специального признания. Как правило, это касается, допустим, статуса гражданина, расторжения брака, дееспособности гражданина, поскольку они определяются тем законодательством, гражданином которым является этот конкретный человек. Да, ну вот расторжение брака фактически, получается, признается без судебного решения, да. Но есть ведь и другие последствия расторжения брака, когда делят детей, когда, опять-таки, сумма там, возмещения, алименты и так далее. Имущество делят. Это понятно. Прежде всего, если кто-то не согласен с решением о расторжении брака, у человека есть один месяц, в течение которого он может подать в официальный суд возражение на данное решение. И тогда оно уже будет рассматриваться судом, признавать его, либо не признавать. Во всех остальных случаях, когда таких возражений не поступает, мы считаем, что брак между сторонами расторгнут. Все остальные последствия, в частности, как раздел имущества, определение места жительства детей, они будут уже приниматься конкретным государством. В частности, если недвижимое есть имущество, то здесь уже наступает компетенция суда определенного, то есть это то, будет рассматривать суд, на территории которого это имущество находится. Если имущество находится, допустим, в Литве, а белорусский суд его разделит, то решение не будет исполняться. Точно как и Беларусь не будет исполнять решение, если чужое государство начнет делить имущество, находящееся на ее территории. Сразу вспоминается история Азаренко, когда делили ребенка. Похоже, там благополучно завершилась для нашей теннисистки эта история. Но вообще, представим себе такую ситуацию, что наш суд оставляет ребенка, допустим, с мамой, а в это время идет процесс где-то за рубежом. И тот суд решает отдать ребенка отцу. И вот где искать правду, когда решения могут противоречить? Ну, такое решение просто не будет исполняться. Если имеется решение белорусского суда, которым спор уже разрешен,
то, соответственно, внесение иностранным судом решения для нас уже не имеет никаких юридических последствий. Спор разрешен на территории нашего государства в отношении ребенка, гражданина Республики Беларусь. И оно исполняться, естественно, нами не будет. А вообще, что означает признать иностранное судебное решение? Какова эта процедура? Ну, признать это фактически означает проверить основные принципы международных договоров, соблюдены они или нет, и придать решению международному какому-то решению иностранного суда ту же юридическую силу, что и решению белорусского суда, признать его и исполнять по уже установленным нами процессуальным нормам законодательства и по исполнительному производству. То есть мы будем говорить, что фактически то решение, которое постановлено иностранным судом, приравнивается к нашему решению суда. Процедура, в принципе, достаточно простая, несложная. Подается ходатайство по месту жительства, либо нахождению имущества должника. Суд проверяет, подлежит ли оно рассмотрению, имеется ли договор с этой стороной у нас международный, который допускает признание вообще решения данного государства. Затем решается вопрос о возбуждении дела. Для этого проверяется, соответствует ли ходатайство по форме, содержанию, которое установлено либо нормами ГПК, либо международным договором, пакет соответствующих документов, который необходим. После чего уже происходит судебное заседание, проверяется наличие основания либо отсутствие каких-то препятствий для его признания. Обычно это четко установленный перечень. Если такие основания есть, то, конечно, будет отказано в признании этого решения на территории Республики Беларусь. Если оснований таких не имеется, то оно признается и выписывается исполнительный лист. И уже исполнение идет по законодательству Республики Беларусь. Что касается должников. Допустим, он проживает за пределами Республики Беларусь. Все-таки куда нужно обращаться белорусу, чтобы взыскать этот долг? В наш белорусский суд, в иностранный, как, либо в правоохранительные органы. Каким образом все-таки добиться справедливости? Если должник проживает за пределами Республики Беларусь, то сразу включаются нормы, прежде всего, международного договора, в зависимости от того, в какой он стране проживает. И извещается он по тем условиям, которые предусмотрены в международном договоре. В частности, это могут быть определены какие-то компетентные либо центральные органы, которые прямо могут быть указаны в международном договоре. Это может быть суд, который вынес решение, то есть человек обращается в тот суд, который вынес решение, и уже сам суд перенаправляет документы компетентному органу иностранного государства. В отдельных международных договорах предусмотрено, что человек либо организация вправе напрямую обратиться в суд, который будет разрешать ходатайство о признании разрешения принудительного исполнения. А ну вот еще одна, наверное, одна из наиболее частых ситуаций, когда пытается взыскать алименты, если родитель, обязанный их уплачивать, проживает, работает в другой стране. Чаще всего, конечно, женщины разыскивают своих бывших мужей и супругов. Ну вот, как решается данная ситуация, наверное, сразу мы разделим, если в Российской Федерации, например, проживает, либо в какой-то другой стране. Есть ли здесь нюансы? Нюансы, да, есть, и если сравнивать с Россией, то значительные. Поскольку по международным договорам признание алиментов происходит по обыкновенной процедуре, то есть проверяются основные положение соблюдения прав – это то, чтобы должник был извещен о времени и месте судебного заседания иностранным судом, чтобы компетенция соответствовала, ну, иные, то есть соответствующий перечень международного договора. Если все это соответствует, будет признано решение. Есть маленький нюанс даже в этих международных договорах. Как правило, там не подпадает под предмет договора приказы о взыскании алиментов. А приказы, как правило, в большинстве своем выносятся в территории Республики Беларусь. То есть, когда женщина в бесспорном порядке обращается в суд и выносится определение. Так вот, к сожалению, предметами такие определения в большинстве своем не являются. Соответственно, будет проблематично, и женщина будет вынуждена обратиться заново в суд, чтобы было вынесено решение. Что касается с Россией, то у нас вступило в силу с 2015 года, с 31 декабря, соглашение об исполнении судебных постановлений по делам о взыскании алиментов. Там
предусмотрен упрощенный и ускоренный порядок данной процедуры. Здесь уже не требуется в том виде процедура признания исполнения, которая у нас имеется. Уполномоченными органами по соглашению являются исполнительные органы со стороны Российской Федерации, судебные приставы. В данном случае человек обращается к исполнителям с соответствующим заявлением, которые сами переправляют все документы судебным приставам на территорию Российской Федерации, но при этом прилагается определенный перечень. Здесь уже функция судов фактически сводится к тому, чтобы выписать исполнительный лист и предоставить все необходимые документы о том, что должник был извещен, исполнялось, не исполнялось на территории Республики Беларусь решение. И уже на территории Российской Федерации на основании нашего исполнительного листа производится взыскание алиментов. Причем, чем выгодно данное соглашение, что в ее предмет уже включаются приказы о взыскании алиментов. Но вообще это нередкая ситуация, когда действительно должники пытаются спрятаться где-то на территории Российской Федерации. Как я знаю, что и алиментщики, вот те, кто задолжал своим супругам бывшим, из россиян тоже иногда бывает, что ищут возможности скрыться, да, в Беларуси. Да, действительно, но здесь это не имеет значения. Если мы установим, что должник проживает у нас, независимо от гражданства, мы будем решать уже о принятии либо непринятии к исполнению данного решения и будет исполняться в общем порядке. Наталья Владимировна, а если должник где-то далеко на другом континенте, может быть, у вас есть какие-то интересные примеры, когда действительно удалось разыскать должника, папа, который отказывался выплачивать деньги на содержание своего ребенка, все-таки, несмотря на то, что он где-то далеко, все равно, благодаря вот этим судебным решениям, он теперь выплачивает алименты. Но дело в том, что здесь немножко не та ситуация. Что касается исполнения признания решения иностранных судов, здесь розыск не входит в компетенцию ни суда, в принципе. Но если будет установлено, что имущество должника, хотя его местоположение даже нам будет неизвестно, находится на территории Республики Беларусь, мы можем принять такое ходатайство, признать его решение и начать исполнять, то есть обратить взыскание на имущество должника. То есть таким образом это вполне возможно. Но розыском, к сожалению, это не входит в эту процедуру. Вам известна статистика, суды каких стран признают решения белорусских судов, а в каких странах с этим есть проблемы? Ну, такой четкой статистики нету. Как правило, у нас люди законопослушные обращаются только при наличии международных договоров. Единственное, что есть маленькая особенность, в большинстве стран существует принцип взаимности. То есть даже при отсутствии международного договора конкретное суд иностранного государства, как и Республика Беларусь, может признать решение. Особенно это касается вопросов, которые социально значимые какие-то. То есть даже при отсутствии по доброй воле. И мы презюмируем, в принципе, взаимность, если не доказано иное. То есть мы узнаем, что, допустим, та же Канада, с которой у нас не имеется никакого международного договора, признает решение белорусских судов, то и к нам потом обратиться с аналогичной просьбой, мы его тоже, скорее всего, признаем, если оно не будет противоречить интересам Республики Беларусь и будут соблюдены минимальные процессуальные права сторон. Наталья Владимировна, если пройтись так вот по процедуре, для того, чтобы признать решение иностранных судов, для этого необходимо с ходатайством обратиться, да? Да. В наш суд. Есть ли определенные сроки, например, сколько времени должно пройти после решения иностранного суда? Основное требование, чтобы решение иностранного суда вступило в законную силу, либо, может, подлежало немедленному исполнению, но это прямо должно указано быть в решении. Как правило, срок обращения с такими ходатайствами, это существует как бы срок исковой давности своего рода, 3 года. То есть если будет по истечению 3 лет, это является по большинству международных договоров основанием для отказа в признании и исполнении решения иностранного суда, в том числе и белорусского за границей, поскольку это основание прямо указано в международных договорах. Хотя есть отдельные договоры, которые такого основания не содержат. Хотя ГПК Республики Беларусь это основание предусмотрено,
Но если перечень международных договоров закрытым является, то мы будем применять международный перечень, поскольку у нас приоритет международных правовых норм, а не ГПК. А нужно ли платить... Оплачивать, да, издержки судебные. Ну, что касается Беларуси, то по общим судам нет необходимости не оплачивать подачу никакой госпошлины. Если вы подаете в экономический суд, то да, уже в экономических судов там предусмотрена оплата госпошлины при обращении с заявлением о признании исполнения решений иностранных судов. Например, гражданин Беларуси жил в Украине. Там брак распался. Он вернулся домой, а украинский суд присудил выплачивать алименты. Вот в данной ситуации, получается, его бывшая жена с территории Украины должна подать ходатайство в наш белорусский суд. Там через адвоката, либо лично каким-то образом. Если с Украины, это действует Минская конвенция у нас, которая предусматривает непосредственное даже обращение в суд, который будет исполнять или признавать данное решение. То есть она вправе непосредственно к нам в Минск, в один из областей, не обязательно в Минск, в областной суд, либо в Минский городской суд, обратиться с таким ходатайством, в зависимости от того, где проживает должник, какая будет подсудность. Ну вот, наверное, тоже мы немножко говорили все-таки по алгоритму действия. Вот по взысканию алиментов лишена супруга родительских прав, была долго в розыске, но вот ее нашли на территории Российской Федерации. Трое детей воспитывает супруг, который живет в Беларуси. Но вот когда нашли супругу, она не работает, он спрашивает, как ему поступить, чтобы взыскать с нее алименты. То есть куда обращаться, как правильно действовать? Алименты он может взыскать и в белорусском суде, если с ним дети, оставленные на проживание. И потом уже в общем порядке, если она на территории Российской Федерации, то по соглашению обращаться о признании данного решения исполнения на территории Российской Федерации. Если на территории иного государства, то уже будет действовать норма соответствующего международного соглашения, и тогда ему необходимо будет тоже собрать пакет документов и обратиться в орган, который предусмотрен в международном договоре с данным ходатайством. А вот у нашего слушателя такая ситуация, ему приходится платить алименты на ребенка, но он хочет оспорить это решение, потому что... Решение иностранного суда? Да, ну, наверное, эта ситуация может быть как нашего суда, так и иностранного, да, мы варианты расскажем. Но здесь ситуация в чем? Он хочет оспорить отцовство, он сомневается, что это на самом деле его ребенок. Ну, это уже не совсем наша тема, но если мужчина сомневается, прежде всего надо тогда оспорить решение о взыскании алиментов, поскольку оно препятствует обращению с таким иском в суд. Ну, а сделать это в случае, если разное государство, сложнее, чем... Разное, но это надо смотреть международный договор, но, как правило, обращается по месту жительства ребенка, как правило. Если граждане, это надо смотреть в каждом конкретном случае, так сказать, алгоритм очень сложный, его просто нету. Это в зависимости от ситуации, от гражданства и проживания родителей и ребенка, и наличия решения о передаче на воспитание ребенка. А вот вопрос, если, так скажем, дети здесь в Беларуси по суду были присуждены супруге, которая уехала в Россию, но оставила детей с супругом. Получается, что вот спрашивают, как воспитывать детей, трое детей, много, она в России, вроде как и за детьми там не смотрит, и никаких алиментов, то есть куда им обращаться? Все-таки в наш белорусский суд, то есть это должно быть какое-то о признании, ну, так скажем, чтобы... Решение на данный момент есть, они, я так понимаю, что его протестовали, но пока отложено дело. Тогда я не понимаю, в чем вопрос. То есть ждать пока 11 месяцев... Если решения нету, то о чем-то вообще говорить. То есть можно опротестовывать то решение, если чтобы решение передавать... Если решение не согласен, любой может, конечно, его обжаловать. Или в данном случае даже не знаю, зачем им обжаловать, если изменились обстоятельства, ситуация, это длящиеся правоотношения. И вправе обратиться с новым иском, допустим, о передаче детей себе на воспитание, взыскание алиментов с жены. Но это уже не совсем это наша белорусский тема. Суд. Но это тогда, да, по месту жительства детей. Наталья Владимировна, а если, допустим, суд отклонил ходатайство, можно ли обращаться повторно и
для того, чтобы оно было удовлетворено, какие здесь могут возникнуть условия? Ну, существует как бы несколько вариантов. Прежде всего, если поступившее ходатайство либо документы не соответствуют предъявляемым к ним требованиям, то наш суд не выносит никакого процессуального документа, а просто письмом возвращает все эти документы органу либо лицу, которые их направили, где разъясняет причины такого возврата. Если же ходатайство принято и уже было отказано в его удовлетворении, как правило, это препятствие для обращения повторного в наши суды. Но здесь еще имеет место как бы основание отказа. Если, допустим, было отказано в связи с тем, что на момент разрешения ходатайства решение не вступило в законную силу, то после вступления решения в законную силу, конечно, человек вправе повторно будет обратиться, и оно будет рассмотрено вновь по существу. Допустим, иностранный суд принял решение, а у нашего суда может быть иное мнение по данному вопросу. Может ли белорусский суд решение иностранного суда изменить? Процедура признания исполнения решения иностранных судов, она не предусматривает вмешательство какое-либо в решение иностранных судов. То есть наш суд не может ни изменить решение, не признать его даже в части, либо полностью, либо совсем не признает. Единственное основание, мы можем отказать, наверное, в признании, если это будет нарушаться суверенитет Республики Беларусь, либо это противоречит безопасности Республики Беларусь. Во всех остальных случаях, то есть мы должны принимать такое решение иностранного суда, какое оно есть. Даже если, может быть, наши нормы материального права не совсем такие, и в нашем суде данный спор был бы разрешен по-другому. Суд вообще принимает решение о признании решения иностранного суда, не приглашая, либо приглашает стороны, потому что мы понимаем, разные государства. Фактически кто-то не может, а у кого-то нет желания из другой страны приезжать и присутствовать при разбирательстве. Значит, что касается общих судов, то в данном случае у нас ГПК предусматривает необходимость вызова в судебное заседание только должника. Ну и это оправдано, обусловлено тем, что мы не разбираем дело по существу, в существо мы не вторгаемся, а проверяем соблюдение только каких-то процессуальных, не знаю, правовых норм, законодательства и международного договора. Ну, конечно, если будет международным договором предусмотрен вызов взыскателя, мы его будем вызывать. Но рассмотрение с взыскателем это не запрещено. Если, допустим, в ходатайстве какой-то взыскатель обратится с просьбой известить его о времени и месте судебного заседания, конечно же, это белорусский суд сделает, примет его и рассмотрит ходатайство вместе с ним. Что касается экономических судов, то у них предусмотрен хозяйственно-процессуальным кодексом вызов обеих сторон. То есть дело рассматривается с участием как должника, так и взыскателя. Ну, если должник наш белорус, гражданин нашей страны, и вот решение иностранного суда как раз-таки его касается, в данном случае белорусский суд, принимая решение о признании, будет такого должника приглашать? Да, обязательно. Причем, приступая к рассмотрению дела, суд белорусский должен быть уверен, что должник уведомлен о рассмотрении дела в установленном порядке нашим национальным законодательством. Ну вот это тоже как бы непростая процедура. Во-первых, разыскать, во-вторых, уведомить. Что значит уведомить, да? Как обязать его явиться в этот суд? Ну, у нас рассматривается этот вопрос в соответствии с ГПК. Мы направляем судебную повестку, как правило, суд. Если не получает человек повестку, есть иные рычаги воздействия и иные пути. Мы активно принимаем, значит, IT-технологии, то есть сейчас уже в ГПК официально закреплена возможность извещения путем СМС-сообщений, факсимильных сообщений, через электронную почту, через интернет, используя интернет. Это все как бы способствует, во-первых, более такому быстрому процессу, не затягивать процесс этого извещения. И мы получаем обратную информацию о том, что конкретное лицо уведомлено. Если же будет уклоняться человек от извещения, то по ГПК
значит, это отказ фиксируется, присылается в суд, и мы считаем, что такой человек надлежаще извещен, и суд вправе рассматривать дело в его отсутствие. Если место жительства должника неизвестно, то допускают нормы процесса у нас извещение его по последнему известному месту жительства. И, как я ранее уже говорила, по месту нахождения имущества в данном случае, по данной категории дел. Но, как вы сказали, должника все-таки в суд приглашают, а вот другая сторона, здесь, в общем-то, не обязательно явка, особенно если это гражданин и житель другого государства, но, тем не менее, у него, возможно, есть желание поприсутствовать при рассмотрении. В связи с этим, вот все эти технологии современные, они работают, конечно, да? Тогда они допустимы. Это недопустимое извещение по международному договору. Такое извещение будет являться недопустимым при рассмотрении дела, когда вот суд иностранный рассматривает, там конкретная процедура извещения существует. Там вот эти технологии, к сожалению, нигде не предусмотрены. Что касается извещения нашего должника, либо взыскателя по его просьбе, если он нас попросит, поскольку такое извещение не является обязательным, то мы можем и используем данное средство извещения. Скажите, если, например, решение о признании принято, но все равно остаются сомнения, и, допустим, какая-то сторона не согласна с этим, должник не согласен. Можно ли это решение обжаловать? Привести какой-то дополнительный довод и убедить в суд, что... Белорусский суд. Да, наш белорусский суд, что вот нельзя было признавать это решение, потому что на самом деле иностранный суд поступил несправедливо, незаконно и необоснованно. В данном случае у должника есть только один выход – это обжаловать решение иностранного суда непосредственно в тот суд, который вынес решение. Вот туда он должен приводить свои доводы и все. И если такое решение иностранного суда в дальнейшем будет отменено, несмотря на то, что оно признано на территории у нас Республики Беларусь, прекращается исполнительное производство. Ну и, может быть, есть у вас какая-то статистика, либо информация об итогах рассмотрения данной категории дел, все-таки в чью пользу принимает решение наши белорусские суды? Ну, что касается статистики, то за последние года три, наверное, из поступивших к нам дел 80% ходатайства такие удовлетворяются. То есть отказывается, как правило, только в 20%, и главным основанием для отказа является то, что сторона не была надлежаще извещена о времени и месте судебного заседания иностранным судом. Обжалуются из таких решений небольшой процент, как правило, это процентов где-то 11%. И отменяется от рассмотренных дел где-то около 1%. То есть процент отмены не очень велик. Хотя, к сожалению, еще ошибки допускают суды. Спасибо. Актуальный микрофон завершен. У нашей студии сегодня была судья Верховного суда Наталья Андреева. Вели программу Алена Вахрамеева. Я Дмитрий Рубашный. До встречи. Актуальный микрофон.